Жильцы этого дома во втором Минском переулке с вечера среды находятся в шоке. Их 26-летнюю соседку задержали по подозрению в убийстве собственной дочери. Тело 4-месячной малышки обнаружили в погребе. Выяснилось, что 12 июля женщина собственноручно задушила младенца. Мертвую девочку она завернула в пеленку и спрятала в подвал. Соседям квартиросъемщица рассказывала, что ребенка забрали органы опеки. Однако те заподозрили неладное и сообщили в полицию. Мать подозреваемую в убийстве задержали накануне вечером. Женщина не пила и вела вполне пристойный образ жизни. На столь страшный поступок ее толкнуло отсутствие средств к существованию. За убийство малолетнего ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное наказание. Женщина является сиротой, то есть у нее близких родственников не имеется. Она замужем, но с мужем уже много лет не живет. Раньше у нее есть еще один ребенок, который живет с супругом. Брак, еще раз подчеркиваю, до настоящего времени не расторгнут. Женщина не испытывала материнских чувств к указанному ребенку, к девочке. Оставляла ее часто у соседей, вот которые практически содержали, кормили ребенка.